ТАСС уполномочен заявить. 17 мгновений весны. Ее отец создавал современную историю кинематографа. Папа, кем бы он был сейчас и что бы он сейчас делал? Он с горечью говорил: увы, я не успею написать эти романы, но хотя бы вот кусочки. Елена Семенович говорил, что его коллеги-писатели просто ненавидят. За неделю до смерти Брежнева он сказал: мне кажется, сейчас что-то произойдет. Путин как-то сказал, что именно образ Исаева вдохновил его на выбор профессии. Мой папа вообще плохому не учил. Не только наш президент стал разведчиком благодаря папе. Золотая рыбка. Ольга Семенова. Он был советским человеком, и он очень не хотел распада Советского Союза. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».